Ребята, всем доброе утро. Сегодня 23-й, а может 24-й день нашего путешествия. Уже немножко сбился. И вы помните, вчера мы обедали в сказке. Мы вчера кушали, я не знаю, в зиме, хотя сейчас сентябрь. И, ребят, сегодня мы проснулись в сказке. Ой, ё-моё, смотрите, что там. Смотрите, там сколько снега. Ой, пойдем. Ой-ой-ой, снег уже. Машина даже сыпется. Смотрите. Можете себе представить? Но на улице минус 2 градуса. Это самая-самая холодная ночь была. Вы поглядите, наш снеговичок какой. Ой-ой-ой. Приходилось ночью несколько раз заводить, прогревать машину. Ну, очень холодно было. Минус 2 градуса. То есть для такой ночевки надо теплее одеваться. Смотрите, сосудки у нас дожди. Ну и, ребят, я, конечно же, не переживаю за то, как мы будем отсюда выезжать. А гора здесь все-таки выезд приличный. Благодаря тому, что на нашем японском автомобиле установлена японская зимняя резина-липучка. Кстати, по-моему, в Японии шипы запрещены в эксплуатации. И вот на такой подъем, но не здесь, там чуть-чуть пологий будет подъем, нам надо будет подняться. Ой. Ребята, зима, мы проснулись в сказке. Вчера обедали в сказке, а сегодня проснулись в сказке. Сентябрь. В сентябре снег. Блин, вообще. Смотрите, какое все белое. Ой, наш снеговичок там тоже беленький стоит. Так что... Ой, аккуратно. И еще я обратил внимание, то что... Земля не промерзла, нет слоя льда, поэтому ну, без проблем отсюда выйдем. Хоть и очень крутой будет подъем. Так, ну а мы сейчас будем, ребят, завтракать. Сейчас, наверное, надо будет небольшой костерок разжечь, согреться. Так, ребят, я вам сейчас расскажу маленький лайфхак, как сделать так, чтобы с газовым баллоном на холоде, на морозе, чтобы он нормально давал пламя. Все очень просто. Вот этот баллон уже подогретый у меня. Сейчас я вам расскажу. В общем, нужно воспользоваться двумя любыми газовыми баллонами. Один мы вставляем. Здесь уже подогретый он. И вот этот мы начинаем просто нагревать на нем. Не бойтесь, ничего не взорвется, ничего с ним не будет. Вот так вот покручиваете его, чтобы тепло равномерно распределялось. Трогайте. И его нужно разогреть где-то до 50 градусов. Вот этот баллон, он... Ну где-то 1/4 осталось его. Сейчас он нагреется, пламя будет вообще офигенное. Как будто сейчас жара на улице. Ничего не взорвется, ничего. Я, кстати, видел видосы, где... Вот эти вот газовые баллоны полные кипятили, и они не взрывались при кипячении. То есть 100 градусов он выдерживает смело. Теперь смотрите,
Мы его подогрели, и какое сейчас пламя будет? Ух! Ух, ух! Лайфхак, блин! Надо сейчас будет только этот, от ветра поставить защиту. Вот, пожалуйста, сейчас вода прям буквально за 2 минуты вскипит в этом чайнике. Ух, холодно. Сейчас, наверное, маленький костерочек разведем погреться. Так, ребят, мы уже немножко согрелись. Единственное, ноги холодные. Попиваем кофеек утром. О, почему я не люблю термокружки? Ребят, термокружки, да, они оставляют надолго горячий чай, горячий кофе, но ими нереально погреть руки, а здесь, смотрите, я грею руки в этой пластиковой кружечке. Ой, кто бы мог подумать, что мы проснемся и будет зима вообще. Ребята, Алтай — это круто. Обязательно приезжайте в Алтай, на Алтай. В сентябре снег. Я просто под впечатлением. Ребят, ну в общем, мы выезжаем отсюда. Сейчас будет где-то серьезный подъем. Я его из-за снега не вижу вообще. Где-то вот тут, по-моему. Сейчас еще фигово камни не видно, которые торчали. Вот она. Вот она дорожка, да. Где дальше дорожка? Да, камушки, 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 камушки. Не наехать бы на камушки. Блин, зимняя резина, вообще огонь, я вижу. Якогама японская, ты молодец. Honda вообще просто зачет. Фу. Блин, ребят, без зимней резины здесь вообще нефиг делать. Кстати, дорог гололед. Вообще гололед. Disrespect, so when I bust my rhyme, you breaking it.